Здравствуйте, дорогие друзья. На библейский портал ExeGet пришел следующий вопрос. Как проявляется святость в жизни и как стать святым? Нам иногда кажется, что святых спускают с небес на парашютах, в полиэтиленовых мешках, в каких-нибудь барокамерах, и потом распаковывают, и они вот здесь живут, по средам пятницы молоко не пьют у мамочки, не играются, ходят с мурными, и, в общем-то, потом становятся святыми люди которые изначально не совсем были людьми как бы сверхлюдьми только со своими особыми способностями конечно не такие как у супергероев но у них собственно суперспособность одна быть близко к богу и изнурять свое тело так как невозможно простому смертному и при этом становиться совершенно святым но это миф, это стереотип, который к реальной жизни имеет никакого отношения. Вот посмотрите хотя бы на образ Петра и Павла, первоверховных апостолов, в этой замечательной книге. Насколько они не похожи, насколько они живые люди, со, своими, со своим темпераментом, с разным отношением к жизни. Вот настоящий образ настоящих святых. Посмотрите на святителя Ана Шанхайского, Николая Японского. Посмотрите на тех святых, которые жили близко к нам. Святителя Луки Война Синецкого. Чьи жития не писались через 500 лет после их кончины блаженной и через тысячу лет не переписывалась какими-нибудь благочестивыми монахами, которые решили что-нибудь туда добавить благочестивого из других житий. И так и смотришь. Вроде бы почему-то все похожи. Что ж такое? Ну, то, что есть такой жанр жития, который не всегда автобиографичный, потому что житие – это словесная икона святого. Там не показываются изъянов, там показывается человек, который уже находится в Царстве Божьем, который свят, очищен и преображен. Так и житие. Но святые люди, такие как мы, которые пили молочко у мамы по средам и пятницам, все многодневные посты, которые шалили, которые баловались, которые и бегали, и игрались, набивали шишки разбивали футбольным мячом или еще чем-нибудь окошки соседей, которые не всегда хорошо учились, которые могли дергать девочек за косички, были обыкновенными хорошими мальчиками и девочками. Вот, но потом в их жизни произошло то, что мы называем встречей встречи со Христом, встречи с другой реальностью, на фоне которой меркнет все шалости, все радости земные. Там, Ибо ты нашел радость большую, которая не отымется от вас, как говорит в Священном вот ту жемчужину, ради которой купец продает все, то сокровище на поле, ради которого продается все и покупается то поле ради этого сокровища. И остается тоже темперамент преподобном в Росе Оптинский до конца дней своих шутил, подшучивал, только так, что это приносило духовную пользу, кто его слушал. И святость не шаблонная. Жизнь во Христе, она всегда неповторима. И нельзя купить учебник святости. И святость для чайников. Да, и так по пунктам смотреть. Так, здесь мы, здесь мы прошли, это прошли, здесь мы тоже прошли. Потому что нет никаких схем. Свят, святые, страстотерпцы, царственные, князника, царь Николай, супруга и детьми. Святые Борис и Глеб, свят Александр Невский, свят Федор Рушаков, Свят преподобный Сергий. Свято Серафим Саровский. И Семен Столпник. И княгиня, царица Ирина. Почитайте ее житие. И каждый идет к Богу своим путем. Неповторимым. Не шаблонным. И часто очень неудобным для окружающих. Потому что святость не такая. Святость ⁇ это не безгрешность. Откройте просто словарики, посмотрите. Переводом какого еврейского слова является слово святость? Слово кадеш, которое буквально переводится на русский, скорее как изъятый, отделенный, выбранный. Когда апостол Павел обращается к членам первохристианской общины, Святые, пишу святым, передайте мой привет святым. Он так называет всех христиан. До сих пор в литургии сохранился возглас, обращенный к присутствующим в храме людям как к святым. Святая святым, возглашает священник в алтаре, поднимая агнец над дискосом и хор от лица людей, как бы испугавшись, поет «Един свят, один Господь, Иисус Христос, во слава Богу Отца, аминь». То есть мы, конечно, святы, но не безгрешны. Да, но тем не менее мы причащаемся телу и крови Господней, постольку, поскольку мы святы, поскольку выделены, поскольку избраны через крещение, через покаяние для многих, кто крестится в взрослом возрасте, через нашу веру и жизнь во Христе. И вот это намерение быть близким к Спасителю является святостью. То есть свят тот, кто выбран, и свят тот, кто откликнулся на этот призыв и пошел за Христом. Кто-то, оставив все, как монахи, кто-то, оставшись в миру, но живя по-христиански, иногда даже благочестивее некоторых монахов. То есть каждый, кто идет к спасению своим путем, тот и свят. Вот. Свят, но не безгрешен нет ни одного святого, который бы не согрешил. Так даже поется в чинопоследовании отпевания, так написано в посланиях апостольских. Так что вы уже святы, мои дорогие. Если вы крещены, вы уже святы. Но надо теперь это проявлять вовне, жить по вере. То есть показывать, что ты достоин этого избранничества, ты получил его авансом. Ни за что, просто так. Просто по любви, по благодати. Не по закону, не по исполнению дел закона. По благодати. Теперь покажи, что ты достоин. Перереализуй это призвание в реальной жизни, в делах веры, в молитве, в богослужении, в помощи окружающим. И настолько, насколько ты будешь близок к Богу настолько ты и будешь вместилищем Духа Святого и свят. Нету ни святых в Царстве Божьем, но есть разное количество, если можно так говорить о духовных категориях, вот той благодати, той святости, которая есть в тебе. Вот самого его много, суть говорит Спаситель – и чем больше мы стяжем этой благодати, чем ближе будем ко Христу и к людям, помните эту знаменитую схему Дорофея. чем ближе мы к людям, тем ближе ко Христу, тем ближе ко Христу, тем ближе к людям, тем осмысленней будет наша жизнь, тем она будет радостнее, и тем ближе мы будем к святости. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.